Всем здравствуйте. Вот я распаковал вот этот вот набор. Здесь инструкция есть, значит, все подробно написано, как подключать, как не подключать. Вот этот специальный, как сказать, вот этот как антенка такая. Вот надо пульт направлять именно вот на эту антенку. Блок питания, шнур, конечно. Провод очень короткий, тут сантиметров, наверное, 40 будет, наверное, не больше. Ну что еще? Вот пульт такой. Три основных цвета. Красный, зеленый и синий. Вот я и убрал в темное место эту ленту, чтобы было хорошо видно, как она светит, как она мигает. Все, включаем. Вот, включили, она начала мигать по-разному, в общем. И вот пульт. Очень удобная штука. Допустим, надо красный. Только надо направлять, чтобы вот сюда, чтобы сигнал шел. Вот это, типа, как это, как сказать, антенка, как ее назвать-то. Антенна, в общем, грубо так, так скажем, грубо говоря. Вот, допустим, выключать. Раз, выключил. С пульта. Включил. Надо, например, убавить освещение, чтобы оно было не такое яркое. Вот я убавляю его. Убавляю, оно все как бы тусклее горит. Вот. Вот так я прибавляю. Вот, прибавил яркость, все. Допустим, я хочу красный, нажимаю на кнопку красный. Оп, вот он красный. Надо мне, допустим, синий. Вот синий. Надо мне зеленый. Вот зеленый. Ну, получается, три основных цвета. И вот эти все цвета, вот сколько здесь кнопок, вот эти все кнопки, это все цвета, как бы, сейчас покажу. Смешанные, вот, допустим, смешанные. Вот, это все смешанные цвета, получается. Вот, по инструкции пульт работает с расстояния 5 метров. Ну, хорошая штука. В пульте батарейка. Она рассчитана на 3 месяца, если постоянно использовать, прямо постоянно, ежедневно, если пользоваться пультом, то на 3 месяца. Но батарейку, я надеюсь, можно поменять в пульту, в пульте. Вот такая лента. 5 метров здесь. То есть она может вот так вот светить, может вот так вот светить. Может это все я пультом управляю, может вот так вот сделать. Можно сделать вот так. Это все я делаю пультом. Вот, это цвет получается не мигающий. Постоянный цвет. Допустим, красный, раз сделал красный. 5 метров ленты. Клеющая поверхность вот с этой стороны. Клеющая поверхность можно приклеить, допустим, к металлическому профилю и пользоваться. 5 метров это на всю комнату хватит, по всей длине комнаты. Ну, вообще хорошая штука, конечно. Можно использовать и как ночное освещение, и как, допустим, новогоднее освещение какое-нибудь. То есть, ну, штука интересная, конечно. Раз с пульта включил, раз выключил. Чик, включил, выключил. Очень удобно, конечно, хорошо все сделано. Единственное, что провод очень короткий. Ну, очень прямо, ну что это такое? Такой провод короткий. Ну, вот единственный недостаток.